Не, без музыки просто обойдемся. Всем, короче, привет, с вами Форестер. Мы сегодня будем, как раз и сказал, что мы начнем играть в эту игру. Довольно-таки замечательную под названием MC Pixel. Игры на луге новая, в общем. Так что вот так меня будет лучше слышно, и я лучше пойду, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Начнем проходить первую главу. Так, здесь 100% битом. Так, вот. Вот это я здесь не проходила, здесь начну проходить, просто я не могу. Потому что я проходила, это очень долго, и причем, как вы видите, только прошел два. Так, ну и что-то, по-моему, надо. Так, этого не, ведро, голова. Ладно, все очень хорошо. Ну, к примеру, берем один крушитель. Берем кнопку. Почему бы я? Ну ладно. Уже что тут надо с лодкой делать? Я вообще. На. Конечно, понимаю, что очень странное решение проблемы. Ну то, что надо делать, я не знаю. Здесь есть паукан. Здесь есть... Пару секунд. И вот мы продолжаем. Так, что надо делать? Например... Офигенное решение обезвредить бомбу, конечно. Ну, что надо делать? Ну, примерно возьмем еще раз огнетушитель или сделаем так. Ну ладно, не самое лучшее решение задачи. Продолжаем играть. Тут, наверное, нужно взять ему эту каску. Или пинать по яйцам. Хорошо. Очень мне это помогло! Вот тут что можно делать? Вот, к примеру, я возьму, ударю ее по яйцам, дам ему паукана. Хочешь паукана? Хочешь паукана? Что тут, к примеру? Я так молчу, как будто бы недоумеваю. Что здесь происходит? Ну, к примеру, смотрите, вообще в МК пикселе каждый пиксель важен. Пну. Ну, здесь явно что-то с ведром связано. Я великий кукуруза, дайте мне бумаги для моей кукурузы. Так, еще одну секундочку. Так, мы продолжаем, просто друг пишет. Ну, к примеру, если мы возьмем... В этот раз так, и сделаем так. Что тут надо делать? К примеру, смотрите, мы возьмем бомбу, и к примеру, мы сделаем так. Нас затопит, но мы как бы не взорвемся. Ну, как бы, что делать надо, как бы? Датчбэк просто, этот МК пиксел. Например, если я к этой веревке паукана прицеплю. Но зато я спас паучка. Он не взорвался. Что в этом такого? Что, сразу надо взорвать конструкцию? Например, вот эта вот банка сильно выделяется. Я не знаю, можно взять ведро как-нибудь. По лицу этому чуваку дать. Вот мне кажется... Из людей в комнате есть эта бомба. Короче, пофиг. Так, стоп. Бэк на мину. Бэк. Спасибо, что хукнули меня. Мне криво. И не какой-то там. Free DLC. Полезли в эту коробочку. Загрузка. Так, пару секунд. Я тут смотрю, есть черепахи-ниндзя. Так, стоп.
Просто вот, какой-то Рафаэль, что ли. Давайте, поиграем. Давайте, ну там же черепахи нельзя, я люблю черепах. Ну, возьмем пистолет. Пнем его. Ну, люди же не взорвались, верно? Значит, все хорошо. Что это за посох? Хотя корень, который невозможно. Ну, цветочки возьмем и подарим. Мадам, мадам. Мадам, 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 мадам. Ладно, мы тут, получается, как я вижу, ошиб. Ошибка. Ошибка. Мы спасли день? Неужели? Фига себе. Надо дать мальчику, я как-то думаю. Мальчик, хочешь? Так, все, я понял, что дальше надо делать будет. Доджо. Что? Мы играем... А, я думал, что это мы. Чувак, на, по яйцам. Ну да, антилогичные взрывы, вот я прям. Я знаю, что мы должны забрать пиццу. Пицца. Ладно, взять бутылку. И ничего не сделать. Хачи! Хачи! Так, ладно, а если мы возьмем плазменную какую-то... Боже мой, меня все больше и больше пугает эта игра своей нелогикой. А мне кажется, и если мы сделаем так. Это был пистолет? Я думаю, это был цветы. Ну ладно. Так. Возьмем эту игрушку и попытаемся ее продать. Вот так вот. Вот так вот. Логично. Надо придумать кого-то из людей или что-то. Так, ладно. Я, к примеру, пойди. Я считаю, что что-то должно связано с драконом. Хочешь дракона? Не хочешь дракона. Так, все-таки как мне? Ну как мне? Цветочек. Хочешь цветочек? Боже мой! Что это было? Не, ну у меня все равно такое ощущение, как будто я должен поймать пиццу и дать ему пиццу, чтобы он выжил. Ты видишь какой-то что-то типа телепортер? А, я, кажется, понял. Я все понял. Все, ребят, я не тупой. Вот, смотрите. В каждом этом месте есть какая-то скрытая вещь. Хочешь? Хочешь? В рот ебал! Хочешь? Ну вот у тебя бомба, ну выкинь ее, пожалуйста. Ну ладно, а? Так, берем дракошу, подходим к этому чуваку, и неужели... Ну ладно. Я был, конечно, не уверен в этом, но... Хочешь, 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 хочешь. Бутман. Бутман!